На 4 апреля 2022 года в Саратовской области подтоплено 12 низководных мостов. Затруднен проезд к 18 населенным пунктам в 7 муниципальных образованиях. По поручению председателя правительства Саратовской области Бусургина Романа Викторовича спасателями, региональными спасателями развернуты лодочные переправы в населенных пунктах от Карского и Лосогорского районов. На данный момент подтопление домовладений на территории Саратовской области не зафиксировано. Ситуация мониторится в ежедневном формате.